В центре Куйбышева построят православный храм на улице Краскома, где сейчас сквер. Местная епархия восстановит Спасский собор. Об этом сегодня заявил начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев. В 1938 году большевики стерли религиозное сооружение с лица земли. Согласно архивным документам, возводили храм с 1787 по 1804 годы. Денег не хватало. Финансовую помощь оказывал мещанин Куйшловский, крестьянин Кожевников и псаломщик Ложков. Церковь была трехпрестольной, каменной. Для того, чтобы эти работы обеспечить, от археологи научно-производственного центра совместно с Институтом археологии и этнографии планируют провести обследование останков фундамента, захоронение священников на территории, в частности, современный сквер имени Куйбышева, с тем, чтобы, выявив все исторические данные, получить возможность для дальнейшего установления Спасского собора на его историческом месте, на Соборной площади.